Всем привет! Сегодня обзор на Samsung Tab A. Переходите по ссылке в описании, магазин player.ru, где вы купите этот классный планшет за лучшую цену. А также сейчас акции в магазине player.ru, где вы прочтите ее условия и сможете получить еще подарок. Так что переходите, смотрите и увидите, какая хорошая цена на этот планшет. Итак, Samsung Galaxy Tab A или A. Посмотрим, что здесь. 32 гигабайта встроенная память. 5100 микроампер в час аккумулятор, 8-мегапиксельная камера, 32 гигабайта LTE, 4G LTE или LTE, 4-ядерный процессор, 64 бита, 203,1 миллиметра, 8 дюймов, WXGA TFT, 8 мегапикселей плюс 2 мегапикселя, 2 гигабайта АЗУ плюс 32 гигабайта встроенная память, 5100 микроампер в час. Так, цвет серебристый. Это задняя часть планшета серебристая, а так он белый. Так, ну, собственно, все. Теперь посмотрим, что тут в комплекте. Так, значит, провод USB. Здесь микро USB. Дальше вот такой чехол. Такой милый. Вот так он прострочен с надписью Samsung. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем планшет положить. Вот так раз. И все, и тут такая липучка. И вот он лежит в чехле. Так. Дальше, что еще в комплекте? Вот тут. Бумажка. Вот тут коробочка. Здесь штифт, чтобы открывать слот для сим-карт. Сейчас достанем. Здесь у нас краткое руководство и гарантийная карта. Так, и в этом этот слот поддерживает карту памяти microSD и карта SIM Nano. Используйте только карту формата Nano SIM. Если карта не зафиксирована надлежащим образом, она может выпасть из слота. Карты Nano SIM и карты памяти microSD не входят в комплект поставки. Так, ну и что еще тут в комплекте? Вот тут прячется под этой коробкой адаптер. Адаптер сетевой. Адаптер питания, другими словами. Хорошо. На этом все. А это сам планшет. Так, вот здесь. Звук выходит. Здесь подключается. Вот сзади он такой красивый, серебристый. Все надписи. Здесь камера расположена. Здесь слот для сим-карты и карты памяти. Сюда вставляется штифт. Ну и громкость включения-выключения. Все с этим давно знакомы, все знают. И вот гнездо для наушников. Итак, все технические характеристики планшета. Операционная система Android 10. Размер экрана 8 дюймов, 203,1 мм. Разрешение экрана 1280x800. WXGA, тип экрана TFT, глубина цвета экрана 16 миллионов, частота процессора 2 ГГц, тип процессора 4-ядерный, объем АЗУ 2 ГБ, встроенная память 32 ГБ, доступная память 21,3 ГБ, внешняя память microSD до 512 ГБ, беспроводная связь Wi-Fi 802.11 ABGM 2.4 плюс 5 ГГц. Bluetooth V4.2, система навигации GPS, GLONASS, HeyDo, разъем наушников 3,5 мм стерео, микро USB, USB 2.0, датчики акселерометр, датчик освещенности. Такой тонкий и красивый маленький планшет. И модель у меня SMT295. Процессор Qualcomm Snapdragon 429. Переходите по ссылке в описании в магазин player.ru,
где вы купите этот замечательный планшет по самой лучшей цене. Итак, теперь давайте посмотрим, какие тут приложения есть, какие установились при включении. Тут, как всегда, галерея, email, Galaxy Store, Play Market. Посмотрим Google. Что здесь есть? Google, Chrome, Gmail, карты, YouTube, диск, Play, музыка, Google Play фильмы, Duo, фото. Так, Samsung, email, мои файлы, интернет, Galaxy Store, Samsung Members, Smart Switch. Google Chrome, Gmail, карты, YouTube, диск, Google Play, Duo, фото. Приложение Microsoft, Office, OneDrive. Так, Play Market, телефон. Дальше, сообщения, камера, галерея, часы, контакты, настройки, календарь, калькулятор, Play Музыка, Samsung Notes, Яндекс, магазин, почта, Mail.ru, ICQ News, Маруся, новости, Одноклассники, Лив, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги, документы, интернет, секьюрити, приложения. И вот я загрузила две игры, Stand Off 2 и Crash Van The Run. Итак, играю в игру Stand Off 2. Отличное изображение. Все классно работает, просто я снимаю. Так, снимаю, тут мне неудобно. А так все классно играет, классное изображение, восхитительно все работает. Мне очень нравится этот маленький планшетик. Просто потрясающе. Так, вот, не успеваю я высунуться, конечно, меня тут сразу забивают. Но мне не до этого, мне надо показать вам планшет. А планшет просто отличный, просто прелесть. Классное изображение, все здорово работает, мне очень нравится. Такой тонкий и отличный. Куда я не высунусь, везде меня забивают. Так, да, очень нравится и очень классное изображение. Вот он. Этот паразит, да? Мне не до этого. Чувак, слышь, чувак, мне не до этого. Мне надо тут показать, какой красивый планшет. Так, это свой. Это свой. Среди чужих. Да, настолько классно все работает, что даже не хочется отрываться. Отлично. Да что ж такое-то? Ладно. Так что все отлично. Так, а сейчас поиграем Crash Bandicoot, и я включу громкость на всю катушку. Вы услышите, какой классный звук у планшета. Отличный 8-дюймовый маленький тоненький планшет, но вполне достаточно, чтобы играть в игры, по-моему. Все отлично. Мне такой планшетик нравится. Положил в сумку и пошел. Здорово. Ну что, отличный планшетик со всеми своими задачами справляется. Мне очень понравился. На сегодня все. Не забывайте переходить по ссылке в описании в магазин player.ru. И покупайте классные гаджеты. И всем пока.